эти ребята окрасятся в разные цвета. Фестиваль красок Холи. Любимое развлечение детей и молодежи. Готовы тусить, Химки? Вы с нами, Химки? Радуга цветов на лицах и одежде – это отличительная черта фестиваля Холи. В парке Толстого собрались все те, кто не боится испачкаться. Мне кажется, что этот праздник будет очень ярким и веселым. Шикарное у нас настроение и прекрасное приглашение на наш праздник. Мы любим танцевать, мы любим наш город Химки. Праздник Холи пришел к нам из Индии. Его отмечают в конце февраля, начале марта. И символизирует он начало весны. У нас же проводят его в теплый солнечный день. И это повод избавиться от плохого настроения. Оживленное место, очередь за пакетиками с краской. Одного хватает на несколько бросков. Более сотни желающих разукрасили себя до неузнаваемости, не жалея краски. Организаторы закупили около 2000 цветных пакетиков. Краски присутствуют только натуральные компоненты. Она абсолютно гипоаллергенна, безопасна для детей. Легко отстирывается от вещей, от одежды. Победителем становится самый яркий участник, тот, кто сильнее испачкан. Семья Гулеватых вполне могла бы претендовать на звание «самые веселые и дружные». Не смогли пройти мимо. И вот. Скажите, не боитесь вы потом отпалаться? Нет, это не менее увлекательный процесс. Чистым на этом празднике никто не остался. На протяжении всего фестиваля со сцены звучали популярные песни. Рядом работала ярмарка мастеров и проходили мастер-классы. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.